13 апреля 2017 год. Я нахожусь, Савченко Виктор, нахожусь на колодезном пруду. Или Симаковский он еще по-старинному называется. Так сказать, бабушкино или дедушкино название. Вот, вот там вигвам, где костры проходят с картошкой, с песнопениями. И вот вода пошла, наверное, вчера или позавчера ли. Понемножку идет. Слив делали братья наши. Слава Богу за все. Прилетают птицы, гуси. Ну, сейчас здесь их не видно. Утки тоже не видать. Жаворонки поют. Ну, шум воды заглушает. Так печушка взмывается вверх и поет. Как, говорит паразит, природу украшает. Весна пришла в наши края. Слава Богу за все. Четырнадцатое апреля 2017 год. Вечер. Я нахожусь, Савченко Виктор, между лагерем. Вот это шалаш большой, там лагерь стан. В степи на навозной куче. Что может быть круче? Ну, теперь можно сказать, это музей. Музей искусств, как воспитывать детей в христианском благочестии. И вот между лагерями нахожусь и деревней. Так, а вот это домик скворечник. Там 13 лет жил и пел один скворец. Вот она, Потеряевка, родная улица Марии Лапкиной. Мирный апрельский весенний вечер, закат солнца. Вот как оно скрывается за горизонтом. Можно понаблюдать. Все, день этот ушел в историю. Ушел в историю этот день, 14 апреля. Так, а сейчас я иду на колодезный пруд. Или на Симаковский. Вот где вигвам. Туда правее, там пруд. Что же там происходит, посмотрим мы. Слава Богу за все. Сегодня пятница, страстная пятница. Господь умирает на кресте и погребает его. И духом он сходит в ад проповедовать мертвым, умершим. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Аминь, аллилуйя.